устраивал пранки, которые запрещено делать друзьям. После каждого пранка проходило достаточно времени, чтобы они забывали и теряли бдительность, и не подозревали подвоха. Пранки очень интересные, а реакции очень смешные, поэтому обязательно поставь лайк и подпишись на канал. А мы начинаем. Я выбрал самые популярные вещи своих друзей и налил на них суперклей. Геймпад от PlayStation, ручка от холодильника и компьютерная мышка. Саня, можешь, пожалуйста, достать газировку с холодильника? Сурана? Да. Ты что сделал? Юрия, ты суперклей наклеил? Да. Ты больной? Да. Ты больной? Как ты теперь выберешь, что мне интересно? Я не знаю. Все, чел, ты сегодня здесь до утра. Смотри, Саня, у меня есть антиклей, вот благодаря этой штуке ты можешь отлепиться. Попробуй дотянуться, вот, смотри, вот тут. Ты больной и сумасшедший, тебе кто-то такое говорил тут? Да. Короче, Алекс играет сейчас в PlayStation, но нам нужно, чтобы он ушел оттуда. Пошел, например, в магазин. И в этот момент я налью на геймпад клея. Что делаешь? Майлз Моралес рулит. Слушай, мы же сейчас будем снимать скоро мифы. Так. Вторую часть. Надо купить ананас в магазине. Прям вот сейчас. Ну сейчас сходи, чтобы мы уже проверили, посмотрели. Сколько ананаса? Ну да, ананас. И возьми газировку, пожалуйста. Сейчас он придет и 100% будет опять играть в PlayStation. Поэтому клеим. Все готово. Сваливаем этим. Саня, ананаса не было, я так его закажу. Вот он на кухне тебе кинул. Сань! Вы идиоты, нет? Сейчас мы приклеим нашему монтажеру руку к мышке с помощью клея. Давай, забей его. Эзик, пошли, поможешь мне стол перенести. Теперь, Эдик, ты будешь монтировать всю свою жизнь! Ну, мы тебе приклеили руку к мышке. Два варианта. Либо идти сейчас придумывать, отрывать ее, мыть и ломать мышку, либо уже домонтировать так, и все. С помощью сливок, шарика, формочки и сладкой конфетти мы сделаем взрывающийся пирог. А что, это что за тортик? Это мне мама передала. Ну, если хочешь, можешь попробовать. Да, я просто сладко не особо. Мне кусочек оставь. Так. Короче, этот пранк не очень удался. Это бассейн. Здесь есть вода. Сейчас я накрою его покрывалом, положу подушки и сделаю вид, что это диван. Нам сегодня должны были привезти новую мебель. Уже привезли. Ну, вроде плюс-минус похоже. А теперь просто ждем. Смотри, короче, сейчас уже приехала частично мебель какая-то, но нам еще нужно дождаться шкафа нового для следующего ролика. Yeah. Вот, и моментик пора обсудить, смотри. Это бассейн. Ты, блин, придурок. Покажи, покажи. Ну ты не сильно намочился, чуть-чуть спины. Я упал спиной. Вы знаете, как больно наступать на Лего. А что если сесть на него? И под предлогом поиграть в приставку я буду звать ребят. Эдик, не хочешь в FIFA поиграть? Да нет, мне монтировать надо. Черт.
Саня, идем сейчас поиграем. Ты уже опять тебя влюблю. Давай. Иди. Ты че? Катина. Ставим все заново. Делаешь? Играем в фу. Чё это? Это Лего. Я думал, она плюхнется как надо, но она, к сожалению, просто села обычно. Следующий пранк будет выглядеть так. У нас есть тяжелая конструкция. Мы будем по очередности класть картонные предметы. Они легкие, но ему будет казаться, что гораздо тяжелее. Вот, например, положи одну коробку. Кладу я. Ну-ку. И потом мы будем отрезать это ножницами. Вот суть пранка. Лицо прилетит. Фейл. Ладно, Эдик, вопросы. Мы когда снимали обсуждение, ты подозревал, что мы можем отрезать и реально это сделать? Нет. Иди в ванную. Любите мороженое? Я обожаю. Как и мои друзья. Именно поэтому я взял пустой стаканчик, пасту и деревянную палочку. Заливаю пустой стаканчик пастой. Теперь нужно засунуть палочку, положить в холодильник, и получится очень вкусное мороженое. Ты че будешь мороженое? Держи. Сам поешь! Я сначала подумала, что это мятное мороженое, как лизнула! Что это, Егор? Это большой чемодан. А это Эдик. Держись, брат. Ребята, давайте сделаем так, чтобы Эдик... Мы сейчас поедем в ТЦ и можем Эдика взять в чемодане. Он не влезет. Что он будет делать? Не знаю, что он будет. Он не влезет. Снимем какой-нибудь видос в Телеграм. Он влезет. Эдик, можешь залезть? Это будет крутой видос, типа в Телеграм заснимем, в наш классный самый. Смотри, он же 100% залезет. Закроется. Я вылезаю? Да, накрой. Давай открой. Вот, ты побольше хочешь, да? Нет. Помоги мне. Слушай, реально влез. Все, короче, собирайтесь и го съездим. ТЦ. Ладно, чуваки, погнали. Идите, переодевайтесь. Пойдем. Вот, и я пока могу попробую к тачке довести сам. Быстрее, быстрее, быстрее. Уходи, уходи, уходи. Все, пацаны, я покатил. Жду вас на лестнице. Сейчас, я телефон найти не могу. Мне сейчас придется сказать, что лифт не работает. А то чего мы по лестнице пошли? Прям, пацаны, лифт не работает, придется по лестнице идти. Поэтому, да, поэтому помогайте. Он не работает, я 3 минуты нажимал, он нифига не работает. Подожди, кнопка горит? Это был прав. Ладно. Ну согласитесь, это было охрененно. Ты заколебал, уже реально. Ты бы видел лицо Алекса, ты бы видел его лицо. Пранк получился, это была вышка. В моих руках газировка, я купил ее, чтоб мои друзья попили. И нет, здесь нет ничего опасного. Они выпьют и захотят в туалет, но я приклею крышку унитаза, что они не смогут в него сходить. Все готово. А, у нас же 2 туалета. Погнали, 2-й приклеим. Ребят, у меня есть газировка. Кто первый выпьет целую бутылку залпом, получит 20 баксов. Давай, 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 газировочку. Давай, Сань, давай, Эдик, поехал. Нет, 20 баксов не проиграю. Давайте, ребята. Все, Саня выпил. Саня выиграл 20 баксов. У-ху! Сюда. Держи, брат. Красавчик, он выпил целую бутылку, целый литр. Ну, а теперь самое интересное. Осталось дождаться момента, когда кто-то захочет туалет. Ты куда? Бляха!
Что за приколы? У тебя бумага закончилась? Что за приколы? Крышка туалета закрыта. В смысле? В прямом. А она должна быть открыта или что? Так открой. Я не могу открыть. Почему? Я откуда знаю? А, подождите-ка. Я заклеил все толчки, чуваки. Это опять, да? Да. Достал, блин, надо уже поднимать. Поэтому была водичка вся вот эта вот? Да. Все, Сань, теперь думай, куда идти. Ты, сыкотина, как мы в туалет сходим? Он заклеил два туалета. Я меня пережить пытаюсь как-то. Ты тоже хочешь туалет? Все, 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 Саня. Отклеивай, не пофиг, зубами, ртом. Блин, я реально хочу в туалет. Что ты снимаешь? Я хочу в туалет. Не пофиг, я сейчас пойду на улицу, где-то под дерево стану. Я отвечаю, я так хочу в туалет. Ты будешь использовать бутылку для того, чтобы вылить? Вот этих старать. Давай вдвоем. Ты! Открой, что в туалет или нет? Так я заклеил. Все, выходи, я в душ. Тут тоже выходи. Сейчас мы проверим миф. У него висят две тяжелые бутылки. Нужно поставить на нее коробку, достаточно тяжелую, и тебе нужно удержать равновесие. Кладем еще одну. Теперь поставь что-нибудь легкое, типа там тарелку муки. Нормально все? Чуть-чуть тяжело стало. Нужно обрезать веревки. Матвей опранкован. У нас получилось. Двигаемся дальше. Что ли, дебилы? И вы уволены все! Вы уволены! Начальник под угрозой так что был! Ты охренел? Да! Вы дебилы! Я домой, ребята, извините! Идеальное преступление, что? Идеальный пранк! А сейчас самый жесткий пранк для девчонок. Я заказал волосы под цвет. Что ты ржешь? Ты реально? Смотри, а у меня было задание, мне нужно было отрезать тебе волосы. Так много? Да, я просто немножко переборщил, отрезал тебе прям здоровый клок. Что ты ржешь? Я просто не вижу, где ты их отрезал. Что ты ржешь? Да ладно, Янка, это не твои волосы. Я заказал такие же, как у тебя. Посмотри, они чуть-чуть по цвету отличаются. Лепи себе. Ну не обижайся, это же смешной пранк. Ладно, ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео. Вы поставили ему лайк, подписались на канал, написали приятный комментарий. Мы погнали снимать новое видео. Мы реально погнали снимать новое видео прямо сейчас, только ботиночки одену. Ну а пока, пока! А я вижу, ты не подписан. Жду на канал. Да. Просто спустись, там кнопка красная. Ты подпишись на мой канал, сделай это сам. Жми. Сделай кнопку серой, просто тыкнув на экран. Жми. Подпишись на мой канал.